Красно-черные против красно-черных. В минувшее воскресенье ивановский текстильщик провел 21-й тур первенства ФНЛ в гостях у подмосковного клуба «Химки». Первый мяч оказался в воротах текстильщика на 23-й минуте встречи с подачи нашего же игрока Александра Радченко. Поведя в счете, хозяева поля усилили давление и во втором тайме сумели удвоить преимущество. Но вскоре остались в меньшинстве. Обладая численным преимуществом, ивановцы сумели размочить счет. Но кардинально положение дел это не изменило. Итог встречи 2-1 в пользу хозяев поля. Но легкой для них эту победу уж точно не назовешь. Мы наконец-то впервые сыграли в большинстве. Вот, поэтому, наверное, второй тайм у нас получился получше в атакующих действиях. Хотя могли пропустить в контратаке. Могли и забить, могли еще пропустить. Ну, ребята старались, много, конечно, получалось сегодня. Но, опять же, повторюсь, второй тайм, конечно, нам, наверное, удаление все-таки, естественно, дало определенное преимущество, поэтому большую часть времени провели в атаке, но где-то не распределились, наверное, моментами. В турнирной таблице красно-черные сейчас занимают предпоследнее 19-е место. 22-й тур первенства состоится уже в эту субботу на домашней арене текстильщика. Соперник – Краснодар-2. Начало матча в 13:00.